Не так давно я поменял топливный фильтр. Он прошел 60 тысяч километров. Так долго их держать не надо. Нужно менять, ну, где-то около 30 тысяч, где-то при 40 тысячах километров можно менять топливный фильтр уже. Я, конечно, на нем проездил уже долго. Что же с ним я хочу сейчас сделать? Я хочу его разрезать и посмотреть, что же происходит с фильтром после 60 тысяч километров пробега. Итак, приступим. Топливный фильтр в разрезе. Конечно, нагар здесь сразу видно, что за несколько лет он уже изрядно поработал. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!